Спонсор рубрики «Новые звезды» – фирменный магазин детской дизайнерской одежды «Орбих». Наш адрес – торговый центр «Пушкинский», второй этаж. Мне лисички не спится, в теплой норке мне не спится. Как это пробраться на балу покрасоваться? Хитрая, милая и, конечно же, красивая. Такой должна быть настоящая лисица, говорит 6-летняя Наташа Павлова. Чтобы войти в образ рыжего зверька, девочка и походке научилась, и заискивающим интонациям в голосе. Я люблю роль лошадки и роль лисички. Лисичка красивая, потому что у ней красивый хвостик, красивая шубка. Все красиво у лисички. Спектакли в детском саду ставят к каждому празднику. Артистичным ребятам есть где развивать свой талант. Самый яркий дуэт в осенней сказке получился у лисички и медвежонка. По словам воспитателей, работать в паре у Наташи получается хорошо. Она очень подвижная девочка, артистичная, особенно она вот любит у нас такие роли, как лисичка, где или Барби, куклы, вот где танцевать надо. Любит она себя показать и выступить. Мечты о большой сцене обязательно сбудутся, уверена девочка. Нужно только немного подрасти.